Ни за что не догадаетесь, в чем фишка турмалинов Параиба. Всем привет, с вами снова Яна, и это снова не мои пальцы. Большое спасибо Косте, который перед отъездом успел записать для нас пару турмалинов Параиба, которые лежат у нас в стоке. Я хотела сегодня показать вам не то, какие они офигительно красивые, какой волшебный у них цвет, но рассказать интересную фишку. Немножечко издалека начну. Когда люди покупают драгоценные камни, они обычно ориентируются на множество факторов, основных из которых 4. Первый – чистота, второй – цвет, третий – вес, четвертая – гранка. Соответственно, нас интересует чистота, то есть наличие включений. Считается для большинства камней, что чем меньше включений, тем лучше. То есть если у вас будет два одинаковых абсолютно сапфира, одного цвета, одного веса, одной гранки, но в одном будут видны включения, а во втором нет, второй будет дороже. Так вот, фишка турмалинов Параиба не в том, какого дивного они цвета, а в том, что здесь всем абсолютно без разницы, есть в них включение или нет. Вы можете взять камешек в руки, он будет изнутри забит вот этим вот неоновым снегом, и он все равно будет баснословно дорогим. Более того, отсутствие его включений – это плохой признак, потому что если турмалин Параиба абсолютно прозрачный, у него уходит вот этот вот неоновый, светящийся, яркий эффект. Наша пара тоже со включениями, как это и должно быть, но они довольно прозрачные, чтобы с ними можно было сделать что-то красивое. Я не знаю, правда, свободны ли они, поэтому напишите лучше Константину, контакты я оставлю под этим видео. Всем пока!